Это канал Евтушенко Лайф. Я на очередном ледовом шоу на ВТБ-арене, где в канун Нового года традиционно Евгений Плющенко и Яна Рудковская представляют свое новое шоу. В этот раз название шоу «Русалочка». Александра Трусова, как всегда, в одной из главных ролей. Ну, я думаю, будет все максимально ярко, насыщенно и интересно. Поэтому в этом видео смотрите лучшие моменты шоу. Прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну и давайте посмотрим, как это будет. Thank you.
вдоль своему послушанию. Наказание он раз и навсегда запретил пули подниматься на мечтает о спасенном юноше. Она хочет увидеть его мир своими глазами.
рассвета до заката солнца. Пускай он будет долгим и счастливым, как у нашей Улы и Адриана. На самом деле очень много сцен. Мы сейчас еще немножечко доработаем, потому что закончена была последняя репетиция, буквально до запуска наших зрителей за 40 минут. Вы знаете, я когда увидела вообще вот фильм «Русалочка», я поняла, что это абсолютно стопроцентный образ Саши Трусовой. И ровно год назад я зашла к ней в гримерку после шоу, где она катала черного лебедя. Я говорю, я накатала черного лебедя, я зашла к ней в гримерку в Санкт-Петербурге с книжкой «Русалочка». И мне подарили поклонники, мои поклонники принесли мне сказку эту и сказали, мы мечтаем, чтобы вы сделали «Русалочку». И в ней была девушка нарисована с красными волосами. Я прихожу в гримерку к Саше и говорю, это наша следующая сказка. Она смотрит на эту книгу и говорит, так это же я согласна. Вот так была и придумана эта сказка
очень рада, что Саша просто очень устала. Она вчера еще упала сильно, разбила ногу. Сегодня действительно каталась на волевых, как и Евгений Викторович. У нас все на волевых. Она действительно, если вы заметили, самая грандиозная получилась из всех наших сказок. Потому что и была летающая карета, а водопад на льду тоже, но в мире никто его не делает, делаем только мы. Мы его показали в тизере, когда делали в апреле шоу. Все крутили у виска и говорили, это сделать невозможно. Во дворце, ледовом, на лед, все невозможное возможно. Это фраза всегда по жизни нашей команды, и мы это сделали. Что хочется сказать по поводу костюмов. Вот самое дорогое в этом, это еще и костюмы. Видите, какие красоты, какой красоты костюмы. Ткани везли нам из Ирана, Палестины. Короны были из Стамбула. 3 раза летала моя ассистентка туда. И мне очень приятно, что сегодня все сидели, и каждый раз что-то происходило. И зрители, которые сидели вокруг меня, в частности Филипп Киркоров, говорил: я не знаю, куда смотреть, я не знаю, там летают, там танцуют, там катаются. Была идея, конечно, чтобы было много полета, чтобы все летали, летали наши маленькие русалочки, летала Саша, летал Женя Семененко, кто у нас еще летал? Ну, Саша, я тоже должен был летать, но я отказался, потому что я боюсь высоты. Мне очень понравилось, безусловно, переживаешь, когда выходишь на премьеру, потому что все еще свежее, новое, и пока едешь, думаешь, что у тебя дальше, ну, то есть переживания, безусловно, присутствовали, но в конце, когда уже все сделали, прям, ну, так, облегчение было такое. Ну, тяжело было в роль попасть, скажем, вжиться? Ну, не то чтобы тяжело, но пришлось приложить усилия. Антон, очень неожиданно и приятно тебя сегодня видеть на фигурном катании. Расскажи, вот какие твои впечатления сегодня о шоу? Только приятные и положительные впечатления. Перед Новым годом много людей посетило мероприятие. Стараемся ходить, посещать каждый год в разных локациях в Москве. И приятно проводим время. А то есть ты постоянно ходишь на фигурное катание? Ну, в прошлом году вот один раз ходили в авиапарке. Ой, не в авиапарке, а в... на наш шоу. Да-да-да. И в этом году вот сейчас на этом А есть фигурист или фигуристка, может быть, какая тебе нравится? Или то есть... Да не сильно не увлекаюсь, поэтому просто знаю, конечно, фигуристок, но сильно не слежу. Вот только по таким шоу. Друзья, ну вот и закончилось шоу «Русалочка». Надо сказать, как всегда, у Яны Рудковской и Евгения Плющенко получилось классное, яркое шоу, много сюрпризов. Все было на высоком топовом уровне, поэтому всем рекомендую, тем, кто в Москве или приедет на новогодние праздники в столицу, приходите и смотрите шоу. Ну и, конечно, не забудьте поставить лайк после просмотра видео, подписывайтесь на канал и до новых встреч уже в новом году на фигурке.